сегодня я копаю в поле. Ребят очень много со мной сегодня. Даже присутствует еще один канал питерский тоже. Я вам потом ссылочку в описании оставлю, гляньте. Будет интересно, я советую. И у меня уже вторая находка. И сейчас я вам покажу их. Так что смотрим. Буквально вот минут 15 назад я вот поднял вот такую вот монеточку. Это у нас, блин, как солнце-то ярко светит. Это у нас 20 копеечек 48 года. Вот в такой вот она патине зеленой. Вот такая монета. И еще, смотрите, впервые я поднял крестик. Блин, вот он лежит, уже такой красавец, просто красавчик. Ох. Я не знаю, как он называется, может быть, как-то и лепесток, а может и нет. Ну, в общем, красота. Сзади тут у нас надписи есть. Ну, а может и не надписи. Может, да. Ну, в общем, вот красивый такой вот крестик. Целенький, главное, вообще отлично. Суперская находка. Я так понимаю, вот в этом комочке лежит каниночка, каниночка, вот. А вот и нет. Это просто какая-то фигня. Может, конечно, и конина быть, честно, не знаю. Ладно, иду дальше. Поп продолжается, тем не менее, мне вылетела какая-то медная монета. Вот, честно, не могу вообще сказать. Ну, что-то, наверное, империя. И кроме этого, я еще тут подкопал вот такая вот медная ложечка. Конинка, я так понимаю. Вот в такой вот коричнево-темно-зеленой патине. И вот что-то такое интересное. Но что это с узорчиком такое? Я, честно, не знаю. Но вещь интересная. Вот так. Вот выскочил очередной монетос в отличнейшем сохране. 3 копейки, 29 год. Вот такие они красивые. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. А мы продолжаем. Я как страх в ночи. Ходил полчаса, блин, и не нашел ни одной монеты. И наконец-то, чеки. И наконец-то, я уже заговариваюсь, через час. Тут такая шайба, как солнце, как луна. Сейчас покажу вам на солнце и вместе ее посмотрим. Лежала глубоко вот в этой ямочке. Вот она такая здоровенная монета. Сейчас будем смотреть, что же это у нас. Грязная, грязная. Еще не смотрел. Но это вот так смотрится. Наверное. Вот копейка. Или копейки. Наверное, серебром типа. Блин, чистить надо дома. А вот тут у нас... О, это у нас Александр. А, это Павел. Павел первый, значит. Вот оно чё. Павлушечка попался. Ну ладно. Будем искать тут рядышком. Ну, наверное, это одна... 1-2 копейки серебром, наверное. А может, копейка. Одна. Честно, не знаю. Ах, в машине. Чистилка, так что вот. Мучился, мучился. И, наконец, пол подковки вырыл. А подкова на удачу, дурачку. Это... Устал, блин. Жарко очень. Жарковато. Ну, смотрите, даже с гвоздиком. Вот такая вот подковка. Эх, ну что, не прошло и часа. Я нашел снова монету. И это у нас одна копеечка. Наверное, николаевская. Сейчас глянем. Эх, ветер, ветер, блин. Уже заслоняюсь как могу. Вот такая вылезла копеечка. Где она? Вот. 1 копейка. Ну, по
попозже почищу, наверное, и дату вам покажу, кто у нас это. Александр III или Николай II. Но монета. Вот так. А это снова я. Ну что, не ждали? Я нашел очень интересную находку. Сегодня впервые нашел вообще крестик. Как вы видели, я вам показывал уже этот крестик. Но я нашел снова еще один, но немного другой. Сейчас будем вместе смотреть. Вот я в тенечке сижу. Смотрите, какой крест. Офигительный. И он целый, с ушком. Правда, очень грязный. Не знаю, так, наверное, чистить-то лучше не стоит. Потому что мало ли, что-то можно повредить. Наверное, даже не буду. А дома, когда почищу, я вам фотки все уже скину. Вот так. В общем, нашел какое-то копье. Ну, я не знаю, что-то вроде бы старенькое. Крестик, не крестик. Блин, ветер, вот какашка какой. В общем, такая штука. Не знаю, что это. В поле. Вот в таком огромном. Нас человек. Раз, два, три, четыре, пять. 5-6 человек. И я что-то не считал. Даже поболее. Ну, в общем, поле отличное. А у меня снова находка. Причем находка прям реально крутая. Смотрите. Кольцо. Жаль, без брюлика, блин. Сейчас я вам поближе покажу. Вот, смотрите, вот такое вот колечко, я так понимаю, мне выпало из земли. Вот прямо из этой вот ямки. Глубина была 15 сантиметров. Это никакая не печаточка, но как находка она очень классная. Прям-таки вообще прикольно. Ну что, дамы и господа, как обычно из этой ямки я вытащил вот такую огромную монету. Как бы вам ее сфокусировать? Вот она. Блин, не знаю, что она какая-то лысая. И с этой стороны, ну вот, вроде бы где-то там орелик что-то проглядывается, но не знаю, что это может быть. Но она такая крупная, здоровая, честная. А это 2 копейки Екатерины II. В общем, что-то интересное, если что-то будет реально красивое, или вообще я узнаю, что это, то я вам покажу. Надо мыть, отмывать. Вот так, такие дела. Сижу вот на таком камешке посредине огромного поля. Там комрады копают. Не знаю, если получится показать. Вон там. Находки тоже хорошие. В общем, будем копать. Вот такие дела. Ну и как обычно для полей, в отличнейшем сохране, конечно же, советики. Вот такой вот вылез у меня 5 копеек. Советик. 46-й год. Прям помыл его зубной щеткой с мылом и положил в альбомчик. Вот такая прелесть. Вылезла вот такая вот фигнюшечка. Ой, улетела. То ли пуговка, то ли еще какая-то хрень. Честно, я даже и не знаю. Как и фокус мой не знает ничего. Во. Не пуговица это. Заклепка от конины. Вообще медная. Ну не знаю. Ну и последняя находка на сегодня. Это вот такая пуговица. Вот такие дела. Ну что, все, закончил я коп.
Свои находки я, наверное, просто выложу фоткой, потому что я так уже устал, я просто уже не хочу ничего записывать, хочу посидеть, отдохнуть и ехать домой. Все находки вы видели, и фотку я окончательную моих находок я выложу, так что смотрите и до скорой встречи. Всем удачи и пока.